«Научные приключения доктора Кляйнера». Привет, пытливые умы, и добро пожаловать в «Научные приключения доктора Кляйнера». Сегодняшний день, возможно, станет самым важным в истории научных исследований человечества. Я уверен, что я нашел способ пронзить саму ткань мироздания. Сделав это, я подтвержу теорию множества вселенных. Кроме того, этот портал сможет пропускать сквозь себя кого-либо или что-либо. Поскольку Вселенная по ту сторону может теоретически быть за гранью человеческого понимания, а потому опасной, я отправлю через разлом пару специально модифицированных страйдеров. Они будут изучать, исследовать, а если потребуется, и уничтожать то, с чем встретятся по другую сторону. Пора. Активировать страйдеров. Ноль, это один. Страйдеры выдвигаются на позиции. Вокруг все чисто. Прием. Сигнал со спутника чистый. Пошло по нарастающей. Все системы в норме. Ну вот и все. Запускаем последовательность Омега-1. Джейк. Эй, приятель. Вот черт, черт возьми. Господи боже. Что это за хреновина? Боже, да их две. На русский язык перевела Александра Кост. Текст читали Максим Кулаков и Глеб Мещеряков. Специально для Stop Game.ru.